Кувшине на кристаллы. Принцесса приехала на волшебном газоне, и они подружились. Наша страна, она появилась из красной почки. Украли кристаллы. Вот сначала почтальону не понравилось, что красная страна родилась. Там жили люди, они поехали в пустыню. Там были песни. Почтальон принес принцессе кристаллы. Принцессе понравились кристаллы, и она привидение испугало русалку, она упала в обморок. Привидение пошла проверять, там ничего не было. Потом привидение и скелет начали пилить землю. Принцессы испугались и побежали. Призрак пробрался в дом и украл. Кристаллы вернулись, а пришла красная весна. Там птицы красные запели, потому что все исправилось и все стало мирно жить.